Витольки, Гемерёльки! Вы ж мои обожаемые, бесценные и ненаглядные! И вновь мы с вами встретились, чтобы прослушать очередной крутотецкий доклад про развитие игровой индустрии и новинки в мире видеоигр. Усаживайтесь поудобнее, дяденька вещает! Ubisoft усадила на место Вааса, конченого пидораса, в розовом костюмчике, провозгласившего себя королем Гималаев и главным писькозлодеем Far Cry 4. Разработчики Watch Dogs мамой клянутся, что выпустят игру нового поколения с неебическим уровнем свободы действий, свободы воли и прочей дерьмократией. Святая Инквизиция наделит игроков правом возглавить нацию в Dragon Age Inquisition, дабы было кому приносить его святейшеству геймеру пивасик, пока он разруливает хаос в виртуальном мире. Команда Sledgehammer Games хотела было запилить Call of Duty во Вьетнаме с джунглями и проститутками, но было велено пилить Call of Duty Advanced Warfare с экзоскелетами и ховербайками. Разработчики Batman Arkham Knight решили сделать своего суперзлодея без крыльев и с ушками, дабы тот был под стать самому Бэтмену. Малолетним школолятушкам теперь официально запрещено законом Российской Федерации дротить в The Sims 4, ибо нехуй пялиться на квадратике голых мужиков в душе. И как всегда, свеженькие релизики прошедшей недели нас ждут на сладкое. Предлагаю начать нашу игровую вакханалию. Если никто не против, я вещаю. Far Cry 4 анонсировали официально, формально, публично и торжественно. Не спиздели анонимные источники, слившие информацию о покатайке на слонах в Гималаях. Не спиздели о готовящемся релизе на консольках нового поколения. И даже не спиздели о том, что игру привезут на выставку E3. Возрадуйтесь и узрите! На месте непревзойденного Вааса сидит пидорас в розовом костюмчике. Самопровозглашенный король Гималаев, тиран и просто злоебучее хуйло. Зато можно будет поохотиться на акул, полазать по заснеженным вершинам ледяным тоннелям и отрахать шаолиньских монашек. Все случится 18 ноября, когда на свет явят четвертую часть серии, и можно будет дать свой русский ответ всяким бородатым розовым гомогеям. Команда Ubisoft очень сильно хочет, чтобы гемерятушки свято уверовали в Watch Dogs. И не просто как в захудалую игрульку, но как в передовой бестселлер нового поколения со смартфонами и хакерами. Но самое главное — это ощущение свободы, которое разработчики обещают подарить игрокам. Захотел — взломал банкомат и пошел прикупил себе трусы в сердечки. Захотел — взломал веб-камеру симпатичной тёлочки и попапал, а пока она переодевается. Захотел, прикинулся супершпионом и незаметно проник в бездохуенно запретную организацию, которая хранит пароль Барака Обамы от почтового ящика. Именно это, по словам разработчиков, и делает игры играми нового поколения. Святая Инквизиция позволит геймерятушкам стать во главе целых народов. В Dragon Age Inquisition появится уникальная возможность поиграть в стратегию, пока вы играете в ролевую игру. В частности, в вашем подчинении в качестве его святейшества Инквизитора появится несколько чиновников, полководцев и прочих присмыкающихся козлопидоров. Им можно раздать приказы, которые приведут выбранную фракцию к неминуемой доминации во всем мире. А ну там носки постирать, за пивком сгонять. Так что читайте Макиавелли, ибо вам предстоит отстраивать форты и укрепления и завоевывать непокоренный мир, пока все заняты собственным выживанием в пучине хаоса. Предлагаю отвлечься от высоких материй и послушать, что говорят братья наши меньшие. Дядька, а возьмется какая-нибудь компания за Darksiders 3? Возьмется! Новый обладатель прав на серию Darksiders активно ведет переговоры с бывшими сотрудниками Vigil Games в поисках опиздохуительных идей для третьей части. Однако пиздеть не мешки ворочить, вы в курсе? Поэтому дело пока никак не движется. Тем не менее, издатель очень хочет,
выпустить заебатый сиквел. Так сильно хочет в задник тому апокалипсиса, что даже отказывается выпускать второсортную поебень, дабы заработать деньжат. И это, конечно, похвально. Но в конечном счете сулит нам всем ожидания долгие месяцы. Дядь, скажи, что слышно там от Dying Light, а то заебался ждать. Релиз Dying Light отложили до 2015 года. Разработчики не желают жертвовать качеством игры только потому, что тебе хочется побыстрее попрыгать по крышам. Нужно все делать потихоньку, аккуратно, чтобы не было багов, лагов и прочей шлоебени. А значит, жди! И не выебывайся, мое маленькое мутировавшее уебище. Делать игры сложно, а хорошие игры сразу на 5 платформах делать еще сложнее. Но нормальные разработчики успевают и не отпёстываются всякими переносами релизов, а всякие пшеки кормят геймерятушек завтраками. Так что жизнь — боль, и счастье — ноль. Ну что я вам могу сказать? Маразм крепчал, а новости продолжаются. Однажды команда Sledgehammer Games решила выпустить свою Call of Duty во Вьетнаме. Разработчики за 6 месяцев заебенили 15-минутную игровую демку, чтобы порадовать Activision. Но привередливый издатель сказал, что подобная шняга не проканает. И поэтому разработчикам было велено пилить Call of Duty Advanced Warfare. А ведь какая могла получиться вьетнамская война? По словам главы студии, они фактически делали Dead Space от третьего лица с вьетнамскими проститутками. Ну, не подфартило. Теперь придется фапать на экзоскелеты, ховербайки и прочие футуристические выебоны, а в надежде увидеть хоть что-то новое. Рыцарь Архама, или как там в Batman Arkham Knight называют главного писька-злодея, будет нихуясенький непростым пацаном. Если суперзлодеям всегда не хватало ловкости, силы, ума или длины члена, чтобы сравниться с Бэтменом, а то новый антигерой станет настоящей головной болью для темного рыцаря. Словом, команда Rocksteady устроит геймерятушкам целый рыцарский турнир, на котором получится определить лучшего среди равных. Товарищи-разработчики держат в секрете все подробности о том самом злоебучем удозвоне. Но нам всегда было намного интереснее рассекать по улицам и над улицами Готэма на Бэтмобиле, наматывая на колеса кишки пингвинов, двуликих, загадочников и прочих мразей. Если вы считали, что цензурные квадратики на интимных местах симов нарушают вашу свободу выбора, ну типа «хочу — смотрю» нарисованные сиськи-письки, «хочу — не смотрю», значит вы школу. И отныне в России вам запрещено играть в The Sims 4, ибо только взрослые 18-летние прыщавые озабоченные подростки могут наряжать своих виртуальных подружек в неглиже. И даже не потому, что дрочить плохо, а потому, что плохо дрочить на мужиков, пусть и виртуальных. По закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, детям до 18 нельзя продавать The Sims 4. И если какой-то дядя заманивает вас к себе домой поиграть в четвертую часть симулятора жизни, помните, мама запрещает общаться с незнакомцами, а то еще пополните ряды бородатых пидорасов, не дай бог. Дин Холл считает, что издатели разработчикам нахуй не сдались. Он настолько впечатлился собранными мешками денег от релиза альфа-версии DayZ, что пророчит игровой индустрии будущее без издателей игр. Посудите сами. Активное игровое сообщество лучше всякой рекламы распространяет информацию об игре. Лучше других спонсирует разработчиков баблинским, чтобы они могли заниматься выпиливанием багов и допиливанием всяких фич. Ну а развитие сети Steam позволяет обойтись без издателя и продавать игры только в цифровом виде и постоянно снабжать их патчами. И похуй, что игры выходят сырыми и недоделанными. People и так схавает. Команда Ubisoft решила не учить игроков,
как играть в игры. По словам разработчиков, прерывать геймплей всякими всплывающими сообщениями с просьбой нажать кнопку глупо, тупо и попросту хуевато. Поэтому Watch Dogs игрокам позволит самостоятельно разобраться в механике геймплея, исследовать тайные возможности Эйдена Пирса и всячески развлекаться. И чтобы развлечения не прервали всякие пиздоблядские мудозвоны, из бесшовного мультиплеера в игру запилят систему щитов от других игроков-хакеров. Чем меньше вы ебенитесь в мультик, тем дольше действует ваша защита от взлома. Игра будет настолько умной, что сможет понять, хотите вы играть в мультик или нет. Вот мы и добрались до вас! Долгожданные вы наши релизики! Готовьтесь! Сейчас мы будем на вас... Фапать. Если после просмотра фильма «Пипец 2» у вас появилось жгучее желание напялить трико и пойти отхуячить кого-нибудь на улице, разработчики Kick-Ass 2 The Game предоставили вам такую возможность. Сюжетную линию экшена решили оставить как есть, поэтому вас снова ждут любимые супергерои «Пипец-убивашка», «Мазараша», «Ночная шлюшка», «Капитан Треники» и всякие прочие мазафаки. Приключенческий боевик Raven's Cry раскрыл геймерятушкам уникальный мир Карибского моря под новым углом. Ну, или не совсем новым. Юный любитель юбок из Шотландии отправляется в Ямайку, чтобы отрастить дреды и вкусить дары Марии Ивановны. Но по пути его семью жестко насилуют, захватившие корабль пираты, и ничего больше не остается, как отправиться мстить. Шестая часть детективных приключений Текса Мёрфи. Как подобается, в игре придется искать улики, пиздеть со свидетелями и подозреваемыми, решать головоломки и заниматься прочей поебенечкой. Релиз состоялся только благодаря донаторам с Кикстартером. Разработчики серии Worms решили, хватит ебать червей, пора выпускать игру про овец. Геймплей Flockers основан на управлении толпой овец, которым надо перебраться на конец уровня, чтобы спасти свой вид от вымирания. Игра появится по программе раннего доступа в Steam, поэтому функционал еще будет допиливаться. Разработчики O4 Sandman выпустили новую ролевую игру Beyond by Flame с привлекательной системой сражений, разветвленной системой навыков и прочей хуетой. В игру также запилили систему крафтинга, настройки персонажей и огромный бестиарий монстров, которых нужно расхуячить в какашке. Команда Coffee Stain Studios выпустила бесплатное обновление симулятора козла. Среди нового контента представлены элементы паркура и сплитскрин режим для пущего ада, а еще медведи на велосипеде. В смысле козлы на лясиках. Шутер Wolfenstein The New Order уже лежит на полках магазинов. И слезно просится пополнить вашу библиотеку игр. Прохождение одиночной кампании займет каких-нибудь 10 часов. Но вы всегда сможете вернуться и перепройти игру. Ведь каждое ваше решение влияет на ход событий, бла-бла-бла-бла-блашенька. Вторая часть приключений Ван Хельсинга пригвоздит игроков к стулу, пока они не пройдут всю игру. The Incredible Adventures of Van Helsing 2 представляет собой прямое продолжение истории первой части с тремя доступными классами персонажей. Фэнтезийная приключенческая игра-платформер A Story About My Uncle с элементами паркура вышла из-под пера разработчиков симулятора козла. Правда, пока только по программе раннего доступа в Steam. Игроки эшелонами отправились на поиски своего таинственного дяди, который для упрощения поисков оставил пару распиздастых гаджетов. Эль Президенте начал свое победное шествие по диктаторскому покорению всея тропического острова Tropico 5. Игроки уже могут начинать осваивать песчаные земли, начиная с колониальной эпохи и заканчивая 21 веком. Впервые за всю историю серии экономических стратегий в игре появится мультик, где можно помериться президентскими письками. We'll be right back.
Вот как бы и все на сегодня. Подписываемся на канал. Кто стесняется подписываться, а пусть ставит лайки под видео. А самые активные бегом, бегом на сайт gamebomb.ru читать и комментировать новости и обзоры, смотреть ролики и скриншоты, а также участвовать в соревнованиях на звание самого активного юзера. Ну и игры в подарок получать, конечно же. И пока вы заняты размышлениями о том, как было бы заебатенько получить на халяву новую игру, я потихонечку сматываюсь. Покедова, геймерятушки!